улетели, свалили. Вот это было круто! О, черт, это за нами. Забей, они еще далеко. Ты че, я на условном, блин. Адьос. Лузер! Ха! Чувак, тебе по-любому надо сюда. Будут известные люди. Познакомлю тебя с моим друганом Трэвисом. У него дофига тачек, от которых он хочет избавиться. Серьезно. Время для апгрейда, короче. Я спай! Увидимся там, да? Спайк, думал, напишу тебе, бла. Тут такая движуха, серьезно. Сегодня в Вентуре большие люди, так что гляди в оба, как приедешь. Местечко не для всех, сложно найти, но ты в курсе. Короче, вот ссылка, глянь на карту. Ладно, там увидимся. Выглядишь как надо. Круто. Тут сегодня такие люди собрались. Ага. Пошли, покажу тебе своих. Давай. О, привет, рада тебя видеть. Что за малый? Этот малый только что продрифтил 150 метров прямо по перекрестку на I-5. О, блин, там вся дорога встала. Звучит симпатично. Не видела, чтоб Спайк был так возбужден. А, да нет, он всегда такой. За это ты меня и любишь. Робин, удачи в начинаниях. Поверь мне, у него все будет ништяк. А знаешь что, отведу-ка его к Трэвису прямо сейчас. Может, даст одну из тачек, а то не пройти, не проехать. Погнали! Привет, Эймс! Привет! Это Эйми. Но разве не прелесть? У-у-у, я тоже тебя люблю. Трэвис! Здорово. Я тут тебе кое-кого привел. Да ну, и зачем? Да ты бы видел этого парня. Водит, просто крышу сносит. Опа. Да на тебя сам гонщик внимание обратил. Точняк, это бог вождения. Удачное время для прокачки ты выбрал.
пойдем. В этом городе полно крутых гонщиков, готовых творить историю. У тебя нюх, дружище. Все звезды в ряд. Самое время браться за дело. Может быть, ты и правда так крут, старичок. Так давай, покажи это там. Вперед, прокатись на них. Возможно, какая-нибудь и станет твоей. Я все уберу! Яу! Теперь ты в клане, братец. Забирай. Крутая, правда? Ну уже, я всего-то послушать ее хочу, проверить, что бурчало, как Привет. Надо. Здорово. Пожалуйста, пожалуйста, она же рядом припаркована. Спайк, ну. Я ж сказала, есть те, кто заплатит сразу и без завтраков, так что... Правда? Вот так, да? Именно так. Стой-ка. Вот. Ой, ну это ж совсем другое дело. Я заплачу, это же знаешь. То есть папочка заплатит. Куртка 1000 баксов стоит. Вот именно. Масло, блин. Будь ты хоть самым лучшим водилой на районе, но если она упрется, ей бесполезно что-то доказывать. Как поэтично. И, кстати, совершенно верно. Так что... Как насчет проветриться? Пошли, буду ждать у входа. Экскурсию тебе проведу. Ребятки, нас ждут. Вперед! Выдержал вторую гонку со Спайком? Я тебя недооценила. Выдержал? Не-не-не, это Спайк с трудом поспевал. Ой, прости, я не права. Что вы, он просто продул. Какие вы злые. Эммануэль, тащись-ка сюда. 3, 5, 4, фам. Здрасте, дамы. Что, а мне обнимашек? Ну же! Боюсь, как бы не придушить такого худощавого. Ну ладно, малыш, иди-ка сюда. Не ведись на внешность. За рулем этот зверюга очень шустрый. Зовут Эммануэлем. Ну, а для этих лузеров многовато слогов. Ладно, Ману. Ничего себе. Эй, это Фред, норвежский молот. Очень приятно, Фредрик. Так что, может, двинем куда-нибудь или еще посмеемся над Спайком? Мне лично все равно. Вот это да. Хотите есть? А я сегодня только раз ела. Умираю с голоду. Слушай, куда оно все уходит? Ты ешь, сколько он должен. Робин, еще пара-тройку ужинов и будешь нищим задевать. Ладно, Остряк. Кто последний, платит за меня. Не-не-не-не-не. Кто последний, платит за всех.
баблишко, Спайк. Да, Спайки. Вот бы тех бургеров сейчас. Подумайте лучше, девочки. Больше, чем на 5 баксов не заказываем. Это же кафе. Тут все дороже 5 баксов. Тогда давайте без десертов. Реально охота бросить кому-нибудь вызов. Скорее бы уже следующая гонка. А, я думала в клуб вернуться. Пошли со мной. Зачем? Улицы чистые, вся ночь еще впереди. Я сегодня гоняю. Не, я, пожалуй, в мастерскую. Со мной не хочешь? Местечко бы тебе оборудовали. Она знает в этом толк, бро. Завидуешь, Спайки? А как же. И тем, кто не превышает скорость, тоже. Вы сегодня Трэвиса видели? Ага. У него какие-то дела. Не до пустяков ему. Магнус Уокер в городе. Видели, они с Трэвисом в клубе говорили. О, вот почему Спайк торопится. Важная встреча. Встреча с судьбой, друг. Сегодня гоняем. Покажешь нам, на что способен. Да. Да. Это Эймс. Забыла сказать, что тут тачка у тебя шумит странно. А может, это Спайка тачка. Да, его, наверное. Ладно, короче, я в гараже. Забегай, движок проверишь. Гайки там, может, какие подкрутишь, если надо. Давай, амиго. Thank you.
Эй, я все слышу. Тронешь мой плейлист, убью. О, привет. Трэвис говорил, ты пару тачек сам сделал. Ну, круто, чё? А, так, одно правило. Можешь брать что угодно, правда. Только верни туда, где взял. А в остальном полная свобода. Кстати, это моя новая игрушка. Вот. Только послушай, как кричит. Это будет мой настоящий шедевр. Я прям чувствую. Хочу показать ее Накайсану, пока он в городе. Благодаря таким, как он, можно прославить эту мастерскую, понимаешь? Так, ладно, я все. Пойду проветрюсь. Может, встречу Спайка. Трэвис передвинул тачки, освободил для тебя место. Забирай, пока он не заставил. Тут все новым барахлом. Самое время, ну там, привести мысли в порядок, заняться планами, придумать свое видение. Воу, говорю прям как Трэвис. Так. Ну все, ладно, я пошла. Не скучай. И, наверное, увидимся, да? И это... Все, сложи на место. Лады, давай.
отличные новости, брат. Нашелся неплохой вариант со складом. Теперь там можно хранить тачки, которые стоят без дела. Не обязательно их продавать. Загляни в гараж. Людин. Дуй сюда. Отнем, пока копов нет. Давай.
Пожалуйста. Я сейчас одичаю. А может уже. Или вот-вот начну. Прости. Мысли вслух. Надо проветриться. Состыкуемся? Ответ нет, не принимается. Лучше тебе приехать. Займемся делом. Смотри и учись. Thank you.
Привет! Ну хоть что-то урвал, а? Эй, давай в Лонгхорн на Франклин Террас. Мы там сидим. Увидимся. Послушай, рано еще на Магнуса замахиваться. Он легенда. Чтобы стать круче, надо его сделать. По-другому никак. Я бы лучше Трэвиса послушала. И ты туда же, Робин. Эй, следуй своему плану. Это и есть мой план. Новый план. Сейчас или никогда. Слушай, Ману в Лонгхорне. Поехали туда, обговорим. Забей, я уже решил. Не могу, Робин. У меня встреча. Потом, ладно? Окей. Вы там за новичком приглядываете? Приглядим. Пока. Ладно, парни, увидимся в Лонгхорне. Thank you.
Отлично! Дадим газу! Один на один не хочешь? Как твоя тачка тянет? Должна.
там движуха, но я отсижусь. Пусть все утрясется. А я передохнул бы пока. А где Робин? Не парься, Спайк. Приедет. Что? Не, в смысле, просто круто было бы собрать всех вместе. И все. Угу. Твой секрет останется с нами. И с другими тоже. Да иди ты. Где там Трэвис? Не знаю. Напишу ему. Может, в кафе двинете, а я к вам подтянусь. Звучит неплохо. В общем, Ману сказал, тут заезды намечаются. Может, состыкуемся? До связи.
распылился. Вперед! Oh.
Что? Что? Не-не. Дай-ка объясню. Дрифт — это слишком скучно. Чего? Вообще никакой движухи. Никакой. Да ты что? Привет. Уверен? Ну, Джейми, скажи им. Мне как бы и нравится, и нет. Печально, конечно, что особо не погоняешь, но... Но я все же кайфую, когда нахожу золотую середину. Да. Ладно, я все. Идешь? Да, да. Мир. Пока. Давай, падай. Он ненавидит дрифт только потому, что не умеет ни хрена. О. Тут нужно мастерство, чтобы точно сделать занос. Надо балансировать на грани. Я прав или прав? Ты всегда прав. Но я считаю, вообще-то каждому свое. О, смотри, Робин, она мастер. У нее ход плавный. А Спайк? Тот дергает за ручник, как малолетка после автошколы. Да. Да ладно, не так уж он и плох, Ману. Не так уж и плох его богатый папочка. Я вот о чем. Так, что-то мы заболтались. Я пошла. И когда это было проблемой? Да всегда, когда мы языками чешем вместо того, чтобы заняться делом. Слушай, у меня тут намечается кое-что. Ничего конкретного пока, но... Если у тебя хватит дзена и захочется оторваться. В общем, дам знать. Удачи. Она везде успеет. И всегда что-нибудь происходит. Так или иначе, все же надо тебе попробовать пожечь резину Вентури. Да. И я позвоню. Налажу связь с местными. Таращусь на стены и голоса мерещатся. Мне надо увидеться с кем-нибудь. Давай встретимся, погоняем там. Да без разницы, только не теряйся. Увидимся. Yeah.
Если Спайк достает, знаю крутое местечко, можем погонять. Тут недалеко. Подъезжай, как дела закончишь. Там и увидимся, чувак. Давай. Хрена не знаю про пол. Это что значит? Хорошо? Слушай, старина, если такой смелый, давай ставки поднимем, а? $4. Дружок, да ты скоро обанкротишься. С такой игрой тебе нужен план Б. О, Ману, поучился бы лучше у нашего друга. Он языком у нас не мелет, а на ус мотает. Давай. Эй! Так и знал. Как дела? Ну, блин, все. Сколько кофеина ты уже выдал, Спайк? Робин права, сбавляй обороты. Простите, дамы, сейчас совсем не до этого. Думаешь, Магнус добился всего, сбавляя обороты, а? Нет, хотя он не ты. Эй, эй, погодите. Сейчас скажу, точно, мне плевать. Ха! Похоже, нам пора. Телефон далеко не убирай, сегодня будет жарко. Пошли. Это я возьму. С ребятами намечается. До связи. Thank you.
Фанатик. Это Робин. В общем, собираюсь по Вентуре погонять. Со мной не хочешь? Ну, может, увидимся? Угу.